Министерство финансов России выступает за увеличение штрафа за езду без полиса обязательного автострахования. Об этом, выступая в Совете Федерации, заявил заместитель руководителя ведомства Алексей Моисеев. Ситуация довольно вопиющая. Мы обсуждали это много раз. И Минфин, конечно, поддерживает увеличение штрафа до экономически разумного уровня. Это, конечно, не 800 рублей. Я думаю, должно быть не меньше 5000. Цитирует чиновника «Коммерсант». При этом господин Моисеев оговорился, что если бы за каждый факт видеофиксации проезда без ОСАГО взимались бы те самые 800 рублей, то штраф можно было бы и не повышать. Напомним, что в конце прошлого года Российский союз автостраховщиков предложил увеличить пени за езду без полиса до 5000 рублей, мотивировав это тем, что размер наказания не менялся уже 18 лет.